Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией для любителей криптомонет. У меня сегодня экран Multicoin Falset, называется FreeLTC. Регистрация и авторизация здесь простая. Вводим email адрес от FalsetPay. Такая вот капча, без всяких заморочек. Разгадываем, кликаем логин. Попадаем в кабинет. Все окей. Ну, столько вот здесь криптомонет. Значит, здесь идет история выводов. Как бы платит инстантом сразу на кошелек. Я вчера выводила, я сегодня уже раз вывела. Free Litecoin. Я Litecoin Satoshi вводила сегодня 578 монет. Ну и вчера 544. Потом 546. Да, 546. Так, далее что? Давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, что здесь? Домашняя страничка. Она, в принципе, нам и не надо. Вкладочка рефералы будут находиться наши партнеры. Также партнерская ссылка, если кому надо. Ну, короткие ссылки не надо. Афервал не надо. Кран. Здесь много криптомонет. Выбираете любую, какую вы хотите. Я Litecoin собирала. Значит, кликаем Litecoin. Идет вот такая проверка. Она быстро проходит здесь. Вот, давайте обождем. Проверка успешна. Значит, 579 Litecoin Satoshi. Каждую минуту. Но здесь меньше минуты. Выбираем, разгадываем антибот и капчу. Здесь нет подводных реклам никаких. Не перебрасывает на страничку ни на какую. Просто без всяких заморочек. Значит, что у нас здесь? 5, 9. 5, 9, 1. На кружочек нажимаем и разгадываем капчу. Видим елочек 4, стрелочки 2. Значит, выбираем наименьшее количество. На синюю вкладочку claim. Все монетки мои улетели на FalsetPay. И вот здесь видите, да, таймер идет. И можно заново собирать все. Go claim. И опять антибот и капча. Разгадываем. Окей. Также здесь присутствует реферальная ссылочка. Все отлично. Давайте перейдем на FalsetPay. Мне за сегодня 25 июля один только сбор я сделала. Сейчас я обновлю страничку. Опускаемся ниже. И еще вот я при вас сделала два сбора. 578, 578 Litecoin Satoshi, 25 число. Также можно BNB. Здесь 12 монет. Но я почему-то так посмотрела. Мне вот Litecoin более так менее. Вот, значит, давайте антибот. Что у нас тут? 3, 6, 3, 6. И капча. Клейм. Все, 12 монет BNB улетели на FalsetPay. Переходим на кошелек. Перезагружаем. Free Litecoin. Free LTC. 12 монет, 25 июля. Ну, вот как-то так видим, да? И уже можно собирать. В общем, как-то, ну, так это быстро. И выбирайте любую монетку и собирайте. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.